Cheers всем! Сегодня я расскажу вам, как делать прыжок Toy Touch. Этот прыжок очень популярен в cheer-спорте. Откуда взялось это название? Вообще, по-английски, это Toy – это означает пальчик ноги, а Touch – докоснуться до чего-то. То есть, другими словами, это значит докоснуться до пальчиков ног. Положение должно быть такое. Вот и вот. Ну что, приступаем. Для этого прыжка нам понадобятся ноги, пресс и руки. Руки звучит странно, но да, если мы прыжок сделаем с вот такими руками, то ноги у нас не взлетят. А если они будут сильные и сделаем его вот так, то вам будет намного легче сделать этот прыжок. И ноги у вас поднимутся вот сюда. Также еще нужна и растяжка. Вам нужен поперечный шпагат, правый и левый. Потому что прыжок же у нас шпагат. Дальше я сейчас покажу вам упражнение на пресс. Ложимся на спину. Раз, два, три и четыре. И вот так мы делаем 20 раз. Вы можете любые брать упражнения, которые вы знаете. Также можно вот такое упражнение. Тоже 20 раз. Упражнение на ножки. Берем стульчик. Я прошу помочь моего брата помочь мне. Вот, подержать стул вот здесь. Одну ногу сюда, подставляем другую, а вот первую, которую мы поставили сначала сюда, мы ее отнимаем. Так вот делаем 20 раз. Еще можно вот так вот делать, то есть перепрыгивать. Ногу ставим, перепрыгиваем. Перепрыгиваем. И так делаем тоже 20 раз. Спасибо. Вот еще некоторые упражнения. Садимся в пресет вот сюда. И выпрыгиваем. Вот так мы делаем 20 раз. А теперь нам нужна скакалочка. Так, берем кубик. Чтобы сделать какой-то прыжок, вам сначала надо хорошо прыгать на скакалке. Я сейчас вам покажу некоторые прыжочки. Простые. Крестом, двойные, вот. Также здесь есть правило. Когда вы делаете, то есть, ну, когда вы начинаете прыгать с той дачи, это происходит вот так, прыжок дальше, то нельзя не прижимать пяточки. То есть, смотрите, надо сделать вот так. Пятки должны касаться пола. Потом надо выпрыгнуть. Нельзя вот так. То есть, не дожимать вот так. Должна быть как бы быть прыжок. Ну, а сейчас я покажу вам мои той-тачи.